Так, вот небольшой обзор территории отеля Блесна, да? Небольшие горочки. Ага. Да. Вот эти трехэтажные здания, все они с видом на море и на главный бассейн. Так, вот главный бассейн. Горочки. On the beach, I check, yeah? Сейчас мы проверим пляж. Анимация есть. Кул-бар. Так. Достаточно много народу. Идем как раз к морю. Вон там детская площадка. Не знаю, на заднем фоне видно или нет. Так, идем к морю. Идем к морю. Вот такая вот территория, смотрите, отделяет между главным бассейном и пляжем. Отель считается одним из недорогих на курорте Марсала. Я вижу уже теннисные корты. Теннис корт? Yes. It's for free? With the animation. Ага. Понятно. Понял он меня. Так, сейчас заодно посмотрим, что у нас с пляжем и морем. Грунтовые теннис, два теннисных корта для любителей игры в теннис. Такая вот дорожка. Здесь в бочу играют. Ну, никто не играет, вижу пока. Так, вот мы идем. У нас будет бич-бар вот такой, смотрите, соломенные крыши. Вон верблюд одинокий. Волейбольная площадка. Так. Смотрим. Напиточки. Вот этот вот пляжный бар. Такие вот стульчики. Yeah, I see. Yeah, здесь перекус. Можно так помедитировать. Сейчас я сниму вам пляж. Смотрите. То есть понтон не длинный, там, где купаться. Ну, вот сейчас у нас в данном случае отлив. Видно, что, конечно, купаться здесь никак. Вот с детьми здесь будет сложно. Ну. Ага, и сыр. Так. Такой вот полный обзор отеля Блесна. Курорт Марсала. Мы с Айтаксаной.travel. Так, вот смотрим.